Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня у меня на мониторинге букс без вложений. Называется UClix. Работает он с 2018 года. И здесь более 43 тысяч участников. Так, и уже выплачено более... Ну вот, что здесь? 2626 долларов. Так. Регистрация здесь очень простая. Прописываем имя, фамилия, email адрес, логин, пароль. Вводим буквенную капчу. Ставим галочку и регистрируемся. Вход по логину и паролю. Я зайду в аккаунт. Это наш информационный, как бы, панель наша. Букс платит, так как я заходила вот сюда на форум. И что? Сейчас я переведу на русский. Так, доказательство оплаты. Последняя выплата была 12 июля. Так, новый платеж. Так. Сейчас покажу. Да, вот 12-го новый платеж. И вот как бы 12.07.19 года был последний вывод. Кто-то выводил учетная запись. Здесь все очень просто. Ну, вот это наша информационная панель. Далее. Так, вывод средств, что самое главное. Здесь кто на бесплатной основе составляет 5 долларов. Далее, что у нас здесь? Так, ну, сообщение, добавить средства, так, обновить учетную запись. Это у нас здесь апгрейд, вот мы на стандарте. Так, поставлю я показать оригинал. Вот, минимум виндраф 5 долларов. Это на бесплатной основе. Так, далее возвращаюсь в аккаунт. Значит, реферальная ссылочка, баннер. Нажимаем вот на последнюю. Находится у нас здесь партнерская ссылочка. Баннер есть. Далее, что у нас? Персонал сеттинг. Прописываем платежные реквизиты. Здесь Perfect Money и Payr. Прописываем, какая платежная система у нас. Сюда вводим пароль, который мы вводили при регистрации. Нажимаем Send. И сохраняем. Ну, здесь пароль, если надо сохранить. Ну, здесь директ реферала. Будут отображаться наши партнеры. Значит, зарабатывать здесь. Нажимаем VIF ADS. И рекламы здесь довольно-таки прилично. Так, ну давайте одну посмотрим. Здесь все по стандарту. Обычные перевертыши. Ждем. Загружается страничка. Шкала. Сейчас загрузится. И ищем перевертыш. Нажимаем. Зачет. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Вкладочку можно закрыть. Далее. Здесь довольно-таки недорогая реклама. Вот здесь Advertis нажимаем. И что у нас здесь? Pay2Click 20 центов за 1000 просмотров. И что еще здесь? Баннер AD. Смотрите, 25 тысяч, тоже 20 центов. Ну, здесь нажмете, можно нажать галочку, ну, здесь по нарастающей, как бы, да? Вот. Довольно-таки неплохо. Вот баннер мне, вот, я люблю баннеры рекламировать. Проектов достаточно много. Если нужно будет, можно рекламить свои проекты. Вот такой вот букс простенький. Ну, в принципе, здесь больше такого и нет, ничего. Вот. Кому интересно, пользуемся. Всем удачи, больших заработков. Будет что выводить, буду делать видеообзор. До новых встреч!